Школьники при Иртышке начинают познавать Абая с новой стороны. Если раньше им было известно о нем как о поэте и писателе, то сегодня они изучают его творчество как философа и мыслителя. В Павлодарской области стартовал проект «Лекции-концерты», в рамках которого молодежь погружается в изучение философских взглядов Абая Кунанбаева. Первый раз в Павлодаре организовали лекцию-концерт. Началось все с чтения произведений великого поэта Абая Кунанбаева. Старт проекта прошел в школе номер 35. Лекции-концерты помогают подробнее познакомиться с творчеством Абая, ведь он был не только выдающимся писателем и поэтом, каким его знает общество, но и философом-мыслителем. Всю свою жизнь он вносил огромный вклад в духовное развитие населения. Сегодня стихи, слова назидания, поэмы, песни являются наследием и богатством народа. Цель проекта как раз-таки и рассказать о его философских взглядах в произведениях. Я считаю, что самым нужным местом, где следует изучать Абая, является школа. Мне кажется, именно изучение его духовного наследия по новым образовательным методикам будет эффективным в школе. Приглашенный гость из Нур-Султана Кылас Ожайулу отметил, что когда Абай проникает в наши сердца, жизнь процветает. Именно это и продемонстрировали школьники на лекции-концерте. По моему мнению, такие мероприятия нам нужны, потому что сейчас 175-летие великого Абая, и обществу надо больше вникать в его слова, в них много смысла. В рамках данного проекта будет продолжена работа в Иртышском, Майском, Актагайском районах, районе Акулы и в городе Аксу. Валерия Степчук, Аслан Ертызбаев, Ниязбек Смагулов, Ертыс Ахпарат.